посмотреть, какие елочки тут мы поставили. Прямо на улице. Красота. Натурпродукт. В поисках ламп. Фито. Фитолето. Так, что за светильники такие? 14 ватт. Розовая, судя по всему. Ценника не вижу. Так, сейчас мы определимся с ценником. Сколько она длиной-то? Вот эти 768, а эти 400, забыла уже, то ли 69, то ли что-то такое. Так, ну эти 16 ватт, они длинные. Так очень сложно определить, розовые они или белые, или красные, непонятно. Светильники Эра. Вот. Что на них написано. Так, длина я тоже не понимаю, сколько. Ну, где-то метр с чем-то. Так, сейчас. В общем, что-то ничего не написано, ценников нет. А вот эти красные, ну, тут хотя бы нарисованы на коробке. Тоже, наверное, метр. Примерно 14 ватт. Такая неплохая цена. 400 рублей. Ну, почти 500. О, смотрите. Увлажнители. Какие только хош. Увлажнители, начиная с 1100. Ну, вот, наверное, слабоват. Он что-то вообще не работает. Да, вообще не включен даже. Так, ну, это Браун, или как он там, Бали какой-то. Нет, не Браун, да? Бали какой-то. Прямо фигачит как надо. Прохладненько так прям. Хорошо бы такую для орхидеек, а лучше вот такой побольше. 1000 за 15. Ёлки-то сухие уже все. Все сухие. До Нового года так не доживут. Эти хорошенькие. Еще живые пока. Так, есть фаленопсисы какие-то по 493 рубля. Очень мало. Все немножко облезлые. Также за 1200, также за 1036. Ну, это не знаю какие. Тут вообще очень трудно разобраться, что сколько стоит, если честно. Ну, наверное, один или два цветоноса. Это так, чисто. Чисто дедуктивным способом можно определить. Очень красивая орхидея. Но очень засушено. Просто очень сильно. В один цветонос, может быть, она и стоит 493. Такая есть красотка. Но это, наверное, за 1000 тут два цветоноса. Пока еще, кстати, в неплохом состоянии. Ну, так ничего особенного. Ну, вот это ничего.
ее выручает ее сорт. Ну, это, наверное, 1300, да, здесь два цветоноса тоже. Это хорошая, сейчас посмотрю. Сама орхидейка. Так, ценник тут вряд ли сможем определить. Сухие корни. Ну, розетка такая вроде неплохая. Сколько стоит, не знаю. Пойду посмотрю, может, где-нибудь увижу определитель цены. Что-то такое стоит, не могу понять. И цены вверх ногами. А, ну вот написано там внизу, вижу, 493 рубля. Угу. Белые. Белые. Что-то там пару розовых и бордовенькая. Здесь, смотрите, у них есть уцененные, но нужно подходить, брать цветок, и от цены цветка будет 30% скидка. Вот. Ну, вот этот фаленопсис в большом горшке, две штуки, 2300 стоит. Поэтому, соответственно, 30% это не так много, да? Есть за 540 мультифлора, но цвет сюрприз. Есть тут несколько. Вот видите, написано 30%. Ну, в принципе, состояние неплохое, только что это за мультифлора. Сухая, не политая. Так, а фаленопсис с двумя стрелами, он 900. 2-3 стрелки. Это, наверное, вот это уже 900, и от нее 30%, соответственно. Такая оценка, это ни о чем. Ну вот, если за 540 взять минус 30%, в принципе, можно такую купить, но папоротники не полили, сухущие, они же все засохнут, господи. Как они этого не любят, как они этого не любят. Ой. Да. Короче говоря, я узнала на кассе, ну, у менеджера отдела, сколько стоит орхидейка. На ней не было ценника, потерялся куда-то. И мы нашли похожую, вот эту, ну, по смыслу там, по горшку. Что одна подставка, короче, это да, за 493 рубля орхидейка. Очень хорошенькая, я ее, наверное, возьму. Ну, так, в принципе, больше нечего ловить тут. Ну, вот еще вот эти вот тут стоят за 493. Такая есть. Ой, смотрите. Смотрите, пилорик какой. Ничего себе. Вот это мне, как говорится, везет иногда. Ну, честно говоря, я не люблю такие тюльпанчики. Я люблю, когда тюльпанчик раскрыт. А он будет все время вот так. У меня есть такая одна, только другого цвета. Вот недорощенная бабочка, так сказать. Если бы эти лепесточки были раскрыты, это была бы шикарная, шикарная орхидея. А такие тюльпанчики я не коллекционирую. Ну, 493 рубля, это хорошо. Может, кто-то купит, кому-то повезет.
Опять цветок наклеили на кактусы. Ёлки-палки. Не лень же вот красить цветочки. Так, смотрите, что тут. Эко-гель. Спрей для цветения орхидей. 144 рубля. Я так понимаю, по листьям. Янтарки, наверное, туда налили. И продают. Для орхидей. Так, этот сколько стоит? 62 рубля, что ли? Не знаю, я такого удобрения, если честно, никогда не пользовалась. У нас только одно. Бонефорте и буйские. Смотрите, что я нашла. Цитокининовая паста. Обалдеть. Я помню, когда-то я ее покупала в интернете. Вообще не достать было. Там такая мензурочка маленькая. И стоит она 82 рубля. Первый раз вижу в магазине, в сетевом. Где сажать-то сейчас? В горшках дома, что ли, его? Лук-то этот. Красотень, да? В поисках октары. Оригинальный, желательно. Не вижу. Что угодно. А октары нет. Настолько популярный протравитель, что... О, какой-то нашла биофунгицид. Стоит, цены нет. От болезней растений повышает иммунитет. Профилактика лечения. Содержит биоприлипатель. Можно взять один на пробу, пригодится. Так. Запас есть. Максим Дачник только. Такую я не беру. Есть фитоловин. Фитоловин 24 рубля. Две ампулы. Горшочки. 73 рубля прозрачные. Магнит на холодильник. 60 рублей. Смотрите, какая прелесть. Там такой альбомчик для перечисления желаний. Сознанием дела заворачивает. Бумагу сначала, потом в спрей, чтобы не замерзла.